Это пробный вариант, скажем так, детям просто, чтобы они получили удовольствие и проверили себя. Вот вы видели, наверное, на отжиманиях, я подбадривал, чтобы дети не просто сделали там 10 раз и успокоились, нет, вот чтобы они проверили свои силы. И у нас лучший результат на отжиманиях 42 раза. Для первоклассника это просто здорово.